мнение, безусловно, вы знаете, одновременно, конечно же, мнение достаточно серьезное, достаточно важное для нашей республики. Надеемся, что у нас в партнерной основе возглавляет один из ведущих комитетов нашего республиканского парламента. Есть для этого очень хороший опыт работы в Казани, работы Калинишевича и Исуба Исидовича, работы здесь, составить правительство. Спасибо, Сталин, большое. Вот в зале нет ни одного человека, которого не знает его лично. Я думаю, что половину зала, как минимум, Владимир Славович знает лично. Очень важно, что подготовки университета, проведение университета, проведение крупных российских мероприятий, которые проводила вот тогда дирекция университета, сегодня дирекция партнерских проектов, не было вот этого разделения. Мы отвечаем за это, мы отвечаем за это. Казахстан назначит Леонова Владимира Александровича министром по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Уважаемый Саша Аркадьевич, Владимир Александрович, друзья, я люблю людей, которые здесь живут, и люблю министерство, потому что я здесь вырос на ваших глазах, вырос вместе с вами. Вот, и, конечно, великая честь, которую дарило сегодня руководство Татарстана, президент Татарстана. Нет министров руководить сельским ведомством, заниматься развитием физическую спорта, развивается молодежь, поэтому я уверен, надеюсь, что мои знания, мой опыт и те коммуникации, которые мы с вами выстроили за эти годы, коммуникации с федеральным уровнем власти, с международной общественностью, помогут нам прославлять еще раз наш Татарстан, еще раз достигать невероятных высот, ставить перед собой недосягаемые задачи и их достигать совместными усилиями. Будем работать много. Спасибо вам.